В дежурную часть обратился саровчанин с просьбой привлечь к ответственности неизвестного, который повредил его автомобиль «Шевроле Нива». Машине порезали колеса, поцарапали дверцы, разбили боковое зеркало и украли регистратор. Действовали ли в этом случае обычные хулиганы или это была личная месть владельцу «Шевроле Нива», пока неизвестно. Еще один автомобиль, на этот раз такси, повредили возле Дома молодежи, где проходил новогодний корпоратив. Вскоре после полуночи один из гостей решил поехать домой, позвонил в диспетчерскую и стал ждать. После того, как мужчина сел в автомашину такси, водитель сообщил о том, что с него возьмет по двойному тарифу. Так как заранее это не было обговорено, мужчине данный факт не понравился, возник конфликт между водителем такси и пассажиром. В ходе конфликта мужчина оторвал зеркало от автомашины такси. До новогодних праздников осталось совсем немного времени, и в связи с этим саровские полицейские переходят в усиленный режим несения службы. Будут работать дополнительные наряды сотрудников госавтоинспекции по выявлению нарушений правил дорожного движения, в том числе управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому мое требование ни в коем случае не злоупотреблять спиртным за рулем, ни в коем случае не садиться за руль под шофе. Для этого есть другие виды передвижения. Сотрудники полиции призывают горожан быть особо бдительными и осторожными в новогодней суете, не злоупотреблять алкоголем, а в случае неприятностей сразу обращаться в дежурную часть. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.